Я сейчас нахожусь в магазине Колсти и хочу показать кусочек небольшой косметический отдел, потому что я никогда не снимала его, не получалось. И хочу просто акцентировать внимание на том, что косметика лежит. Просто можно краситься и мазываться и пробовать столько, сколько тебе влезет. You find everything okay? Yes, thank you. Good. You look pretty in that dress. Oh, thank you. I like it because it has a little sleeve. Yeah. Значит, тесты для брасматика, для вот у нас на эти румяны, по всей видимости. Вот такие кисточки можно использовать для разных тестов. Значит, протестировать. Можно карандашики взять, протестировать. Все здесь открывается. Крем. Trying to see what kind you like. Yeah. I want to show my friends. Oh, so you can buy some for them. No. Prairie Smart Beauty. Все можно тестировать. Вот, значит, присутствуют салфеточки, вытираешь салфеточкой вот здесь вот вверх и мажешь себе или кисточкой, или салфеточкой. Очень, кстати, хорошая помада. Качество очень хорошее. Угу. Да, качество действительно хорошее. Угу. Так, а сколько она стоит? А мне надо очки одевать, сколько она стоит. А, $18, вот видно, вот цена. Вот $18. Ну, понятное дело, поэтому действительно помада хорошая. Помада действительно хорошая. Я протестировала себе на кожу. Очень хорошая, действительно. Так, сейчас я закрою аккуратненько вот так вот. Так, это у нас тут... Ой, упало. Что тут упало? Ставим назад. Это у нас oil... Это у нас масло для... всяких разных потребностей. Это $23, $24.37. Так же самое можно протестировать вот такие вот, это, я так понимаю, румяна. Я, конечно, такими никогда, ладно, не буду открывать одной рукой, мне очень неудобно. Вот кисточки тут стоят, все можно вот взять. Эти можно попробовать, тональные эти пудрочки, крема. Я не пользовалась, честно сказать, такими ни разу. Вот они все тут, видите, тестируешь,
проверяешь. Ой, да, действительно хорошая. Угу. Сколько стоит? $23. $22. Ой, хорошая, хорошая. Вы знаете, хорошая, действительно. Вот. Чувствуется не жирное, а такое, как прям на тело ложится, прям как будто вот с этой естественная основа такая телесная какая-то. Ой, хорошая, действительно. Да. Вот это очень, мне кажется, основа хорошая будет ложиться под глаза, на веки. Вот это вот основа такая. Вот это вот как раз мой цвет. Медиум. Угу. Ну что здесь вот написано у нас? Угу. Пудрочки тоже стоят, кисточки. Вот можно так же само взять, попудрить себя. Да, я вижу сразу, я чувствую качество хорошее, действительно, косметики. Как оно называется? Мне даже язык не выговаривается у меня. Ну, в общем, прочитали, потому что у меня язык не выговаривает. Скороговорки такие. Очень хорошая косметика. Я здесь редко, когда бывала, останавливалась, потому что я здесь вообще-то косметику ни разу не покупала. Видно, тестики, все написано, тестики. А это для чего? А это у нас что-то, не пойму я, что надо читать. Надо читать. Ой, тест тоже, вот что это у нас тут. Это, по всей видимости, будет румяна, наверное, да, косметикс надо прочитать. Сейчас мы откроем. Я так думаю, да, румяна. Угу. Ну, это тоники, наверное, тональные крема. Это тоже $28, это $36. А этот у нас называется Керго. Ну вот написано этот. Не знаю по тестированию, как будет. Сейчас, подождите минутку. А то у меня тут и кисточки в руках торчат. Надо сейчас это все положить. Не знаю, как это будет по тестированию. Это надо все проверять, конечно. Вот тестик, вот. Вот тестик. Так. Ау. Проверяем. Все-таки вот это вот, вот с краю у меня, вот это вот, где вот под помадой, вот я основа, видимо, вот налаживать под глаза и веки. Все-таки, конечно, больше всего. Посмотрите, как легла хорошо. Это, конечно, жирновастая. Такой чуть-чуть жирновастая, но тем не менее хорошая. Я сейчас покажу, я растушевала на коже. Вот я растушевала на коже, и посмотрите, как она легла, видите? Тоже хорошая. Угу. Так, 28, 30, 32 брасматик. А, нет, это не брасматик.
Это, опять же, основа под глаза. Да. Показываю, вот она. Основа, наверное, под всяким этим местам таким. Опять же, много всяких разных помадок. $22, $22.16. Мой цвет. Ну, я вот таким вот крашусь. Вот сейчас у меня платье такое. Вот таким нежно-розовым я. Вот этот вот мой цвет. Ну и все. Вот эти вот три цвета, которыми я крашу обычно. Свои губы тоже хорошие, да. Угу. Ой, такой оттенок чуть-чуть блестящий, как с блесточком. Сейчас покажу. Вот он. Таким, как с блесточком такой. Угу. Сияющий такой, красивый. Да, ну даже видно там вот, как эти сияющие такие эти. Сейчас я так ближе поднесу, где я, какую я красила. Вот она. Как сияющее такое что-то. Россыпь такая. Вот здесь, пожалуйста, смотрите. И кисточек так же само. Видите? Наличие. Можно что-то, значит, еще кисточками подкрасить. Вот салфеточки, пожалуйста, здесь. Сейчас я вытру себе все. Косметика хорошая. Я никогда не обращала внимания на здесь, на косметику. Но вот здесь, тем не менее, она дорогая. Но хорошая. Очень хорошее качество. Ну вот и все, дорогие мои. Я сейчас передвигаюсь. Ну и здесь вот другие еще есть имена. Вот эти вот еще имена. Но здесь по кисточкам, да? А, это Эле. Понятно. Эле, кстати, тоже Эли. Эле, как правильно говорить. Я сейчас передвигаюсь на сумке. Хочу посмотреть, тут должно быть где-то скидочный вариант сумок, если есть. Сумки здесь как бы... Ну, смотреть надо, не все. Сумки дорогие, тем не менее. Дорогие. Вот цены 60, 90, 109... долларов, и цена 70% скидка. Ну, в принципе, это уже нормально. Даже если за 3-4, 10-20. Так что вот 70%. 10-20, конечно, сумку можно купить за 3-4, которая... Ну, вот сумка 59, это сейчас она будет стоить у нас 17-17. Вполне нормально можно купить сумку. Так что... Хочу сейчас посмотреть сумочки еще. И здесь у нас вот 70%. Вот беленькая какая-то стоит, красивая очень. Хорошенькая беленькая, с ручечкой, кстати, двойной. Угу. Очень хорошая. Бренд у нас, вот оно. Да, хорошенькая. Цены, правда, я не найду, но... Можно разобраться. Так, ну все, друзья мои. Все, пока-пока. Приятного просмотра. Это Kohl's.